Друзья, привет! Всем привет! Да, мы сегодня уже половили. То есть мы... Неожиданно! Да, мы решили начать с конца. То есть не вначале с вами поздороваться и типа рассказать, где мы и что мы, и чем мы сегодня будем заниматься. А вначале половить, чего-то наловить, а потом уже вам рассказать. Олежка, где мы вообще так это объяснили? Мы находимся на платном пруду. Это Данилово. Водоем называется Фишка. В прошлый раз я здесь был. Да, печально. Поймал один щук, но сделал выводы и взял сегодня пластиковых рыб. Вот сегодня у нас была рыбалка такая весьма интересная. Я ловил на резинотехнические изделия, на пластиковых рыбок. Короче, на все виды искусственных приманок. Да, а я, вдохновившись всякими окунями на Можайском водохранилище на Живца, решил и здесь половить на тех же самых живцов. У меня были всякие там пескарики, верховочки и плотвички. Была донная удочка и удочка поплавочная, баллонка, скажем так, 5-метровая. Вот. И, в принципе, и на то, и на другое я поймал. Так же, как и Олежка, да. В принципе, сегодня тоже напетрушил немножко щучек. Чуть-чуть. Да, сейчас вы дальше там видео все увидите. Вот. Немножко так с ним тоже, опять же, да, посоревновались. Есть что посмотреть. Я думаю, вы за нас порадуетесь. Вот. То есть мы как бы это самое проклятие не клюющих карасей сняли. Да-да-да, это вам не карасей ловить, точно. Вот. Ну, а я сегодня ловил, у меня тоже было две удочки. Одна удочка была под джиг, который, как и в прошлый раз, принес всего лишь одну рыбульку. Вот. И удочка под воблер. Спиннинг Волжанка Сталкер, классический, 1,98 м под твичинг воблеров. Ну и тест у него 7,21. Вот, соответственно, ну, у меня такая яркая плетня, это наша сподовая плетенка, которая называется карпхаммер. Ну, красная, мне просто ее удобнее видеть. Обязательно металлический поводок, струна. Никаких больше там флюрокарбоны, там всякие разные эти. Вот, вот струна. Это, во-первых, самый легкий поводок, который не мешает воблеру играть. Ну и, во-вторых, это самый прочный поводок. Вот, ну, воблер 110-й, типа орбит. Воблеры. Причем я сегодня прям вот во все клевые часы упирался именно в джиг, ну, потому что, ну, это же щука, она не может не клевать на джиг. Вот она, нет, ну потом поставил воблер, и, собственно, все дело наладилось, и удалось, так сказать, подловить немножко щучек. Ну да, причем я вначале как бы резко так вырвался вперед, скажем так, где-то часов до 10, до 11, а ты уже вот во второй половине дня. Ну, когда перешел только на воблер, и дело оно пошло. Подловил, да. Смотрите ролик дальше, болейте, переживайте за нас. Все снасти, да, монтажи, все, что мы использовали, покажем, наверное, в студийной записи. То есть все будет в ролике дальше. Вот сейчас можете ловить примерно как мы. Да. Но да. Чуть-чуть получше. Чуть-чуть нас. Получше.
Вот и фидерочек заработал. Поклевка где-то с середины пруда. Такая хорошая, мощная потяжечка. Ух ты! О! Давай, фрикцион, где ты? Водочек я, правда, поставил 0,25. Не погорячился я с ним, с таким тонким. Основная монолеска. Фрикциончик жужжит. Красота! О, ну это тут явно. Это тут явно за килошничек. Тихо, 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 тихо. О, какая. Тихо ты. О, за ус. Все как зимой. За ус завел, все, обрыва не будет точно. Где тут мои приборы? Оу. А, ну у меня тут же одинарник стоит. Сильно не травмирую рыбу. Хотя она заглотила. На крючок, чем хорошо, хорошо выходит. Вот такая вот. Вот она. Ну это прям за килошничек. Однозначно. Хорошая бойкая поклевочка. На верховку. Поводочек 0,25. Одинарный крючок. Все прям по классике, как зимой. Вот она. Ну все, отпущу. Ну, лицо сюда поверни. Ну. Вот она. Все, пошла. Монтаж для поплавочной удочки, на которую я буду ловить хищника. Все очень просто. Основная леска, монолеска, 0,25. В принципе, это леска, на которую я ловлю на фидер. Ничего не меняю, также все оставляю. Вначале на леску одеваю силиконовый стопор, затем вертлюжок с застежкой и следом еще один стопор. Между этими двумя стопорками будет бегать вот этот самый вертлюжок с застежкой, к которому будет крепиться поплавок. Дальше продеваю грузик. Он у меня будет скользящим. И затем привязываю еще один вертлюжок с застежкой. Как обычно, узел клинч.
теперь более подробно, что, для чего и зачем, и как это все будет выглядеть. То есть получается вот такой монтаж, где скользит грузик и крепится поплавок. О поплавке. Буду пользоваться вот таким вот поплавочком, вот таким поплавком, грузоподъемностью 10 грамм. Вот на нем написано 10 грамм. Но его особенность – это уже предварительно огруженный поплавок. То есть вот здесь написано 10 грамм и дальше в скобочках 6 плюс 4. Что эти цифры значат? Поплавок уже предварительно огружен огрузкой именно в 6 грамм. То есть вот здесь вот металлическая вот эта часть в киле внизу, здесь огрузка весом 6 грамм. И плюс 4 – это вес груза, который я должен разместить на своей основной леске, для того, чтобы мой поплавок пришел в рабочее состояние, ну, где-то приблизительно вот по эту часть, ну, может быть, чуть поменьше. И вес моей вот этой скользящей дробинки ровно 3 грамма. Ну, я оставляю еще грамм на вес живца, поводок с, там, с одинарником, с тройником. Ну, в общем, поводок с живцом как раз догрузит мой поплавок до нужного уровня. Все, то есть, придя на рыбалку, я сюда, к вертлюжку, одеваю поплавочек. Нижний стопор будет регулировать отношение поплавка при забросе. То есть грузик с поводком должны будут находиться ниже нижней части поплавка. Для чего? Для того, чтобы во время заброса у меня не было захлестов за основную леску, за поплавок. Это очень важно. Ну и вполне естественно, что верхний вот этот стопор силиконовый, он будет ограничивать глубину. То есть с его помощью я буду регулировать глубину ловли. Можно, конечно, было связать какой-то лесочный стопор, как в матчевые ловли, на матчевую удочку. Но ловить я буду на достаточно длинную баллонку, 5-метровую удочку. Я знаю, что на водоеме глубина небольшая, где-то метра там 3, ну максимум 4, и мне в принципе 5-метровки хватит. То есть мне не надо делать глубину там больше удилища для того, чтобы эти все лесочные стопорки пробегали через мои кольца и во время заброса не тормозили его. Поэтому вполне хватит вот этих вот стопорков силиконовых, которые в кольца попадать не будут. Все, достаточно просто. То есть вот такой вот монтаж, такой поплавок, скользящий груз. Сюда, к нижней части, к нижнему вертлюжку, я пристегиваю свой поводок. Все, застегиваю. То есть фактически монтаж как на жерлице. То есть у меня почти такие же монтажи я использую на своих жерлицах. То есть грузик, застежка и поводок. Поводок длиной 50 сантиметров. В течение ловли, возможно, буду менять. Может быть, увеличивать, может быть, уменьшать. Ну и, соответственно, буду для начала поставлю вот такой одинарник. Но, возможно, в процессе ловли сменю его вот на такие вот тройнички. Как себя щука поведет? Но начну с одинарника, потому что одинарник рыба боится меньше. И толщина поводка, ну, скорее всего, начну с 0,32. Если рыба будет капризная, то поставлю вот такой же вот, но 0,25. Все, это все, что касается ловли на поплавочную удочку. Монтаж для фидера, также для ловли на живца. Тут все будет вообще достаточно просто и элементарно до безобразия. Вот где-то такой отрезок лески, сантиметров 50-60, и где-то вот здесь делаю петельку небольшую восьмерочкой. Вот так вот. Раз. На конце лески делаю еще одну петелечку, но чуть побольше.
два. Вот такая. Сюда петля в петлю, одеваю грузик весом 2 унции, 56 грамм. Вот так. Вот что у меня получается. Грузик и петелька сверху. В эту петельку способом петля в петлю я буду крепить поводок. Вот у меня тут есть поводок. Вот мой поводок. То есть беру сюда вот так, петля в петельку. Вот сюда петля в петлю. Вот такой монтаж получается. Грузик, основная леска, сверху еще одна петелька, и в эту петельку крепим поводок. Смысл этого монтажа в том, чтобы наш живец, вот крючок с живцом, находился ниже нашего грузика. Опять же, во избежание захлестов. Все, бросаю на дно, и мой живец не на дне лежит, а где-то плавает в толще. Все достаточно просто. Ну хватит так кидать-то. Нету куда бросать. Посмотри, нашел клевое место. Итак, два слова о проводке. Делаем заброс. Причем не обязательно было делать заброс вдоль мостика или вдоль чего-то. Просто делаем заброс вдаль. Делаем два рывка, выпрямляем леску. Медленно-медленно начинаем крутить катушку. В зависимости от лопасти у воблера, ну и в зависимости от воблеров, вы все равно чувствуете, когда он завелся. То есть вот на грани того, вот он завелся, и как можно медленнее мы крутим катушку. Иногда просто делаем несколько таких плавных потяжек удилищем. Раз, два, и все. И просто крутим, крутим, крутим. И в какой-то вот момент происходит поклевка. Я не знаю почему. Просто она его как-то, ну не знаю, видит, что ли. Вот, и воблер у нас идет где-то в толще воды. То есть вот основное сегодня такое заглубление было где-то, ну, 1,20 м. То есть вот где-то примерно вот так. То есть она, собственно, просто не стоит на дне. Вот и все дела. И все, крутим, крутим, раз, клюнуло, подсекли, не клюнуло, не подсекли. И вот так вот ходим, кидаем, кидаем во все перспективные места, в принципе. Можно пробовать кидать вдоль мостиков, можно кидать под какие-то нависшие деревья, там всякие темы. Ну и, как выяснилось, кидать просто вдаль, все, она там почему-то тоже клюет.
Итак, четвертая щучка. Ну такая толстенькая. На воблер. Счет пока 4. Тихо. Мы ж тебя все равно отпустим. Вот такая вот у нас замечательная щучка. 4-3. Андрей пока проигрывает. Но он ушел туда в коряги. Посмотрим, может там рыбки побольше. Но сегодня, по сегодняшнему дню, по прошлой рыбалке я сделал работу над ошибками и взял воблеры. И сегодня она опять клюет исключительно на воблеры. Я поймал всего одну на мандулу, и то из-под мостика прямо она выскочила. А остальные три на воблеры. Все, мы ее отпускаем, она у нас чистенькая, аккуратненькая. Так что пусть плавает, откармливается, радует других рыбаков клевками. Так что продолжаем ловить. Да, ребята, кстати, и будет спрятан очередной шарик с призом от нашей компании «Волжанка». Вот, спрячу я его, наверное, где-то здесь, вот в этом дереве. Вот такое. Напротив 8-го сектора, беседка номер 5, да, там, по-моему, написано на ней. Вот такая лавочка. Ну, в общем, не ошибетесь. Вот, все? Сейчас да? Я подожду, пока они соберутся, и этот шарик найду. А тебе не считается. А вот так вот. Все, ребята, пока. До новых встреч. Да, всем счастливо. Вот сейчас можете ловить примерно как мы. Да. Но чуть-чуть получше нас. Чуть-чуть получше. Так что всем счастливо. Остались какие-то вопросы? Какие-то. Можете задавать. Задавайте, да. Подписывайтесь на наш канал. Пальцы вверх. Ставьте лайки. В общем, все как обычно. Задавайте вопросы, мы на них с удовольствием ответим. Все, пока. Всем счастливо. Вот шарик, вот бумажка. Вот оно, дерево. Вот сюда вот так вот кладу в расщелину. И вот так вот листочками засыпаю. Все достаточно просто. Координаты на всякий случай в конце ролика где-то здесь внизу будут. Ищите, играйте, получайте призы. Все, еще раз всем пока.